Здравствуйте. А я хотел поинтересоваться у вас, а на каком основании вы обеличиваете людей в ЭРМКО? Как, на каком основании? Ну, объясните, пожалуйста, у вас есть предлагающие документы? А как же? Покажите, пожалуйста. А кто вы такой, что я вам должна? Район городского совета. Мы покажем... Нет, городской... вы сейчас предоставьте мне, пожалуйста. А чего я должна вам предоставить? Ну как это? Я депутат. Я ну, вас потребую документы. На каком основании вы требуете, обеличиваете людей возле рынка? Объясните мне, пожалуйста. На основании того, что... Кто дал указание, чтобы можно было обеличивать... Сессия городского совета. Это да. Когда было? В каком году? В 14-м. В 14-м году? Да. Почему вы делаете не по закону? Кассовый аппарат должен у вас быть? Мы через кассовый аппарат проводим. Вы проводите? Да. Я заснял, вы не проводите через кассовый аппарат. Мы сдаем... А мы никого тут здесь не обелечиваем. Да. Вы не обелечиваете? Нет, мы никого не обелечиваем. Мне уже дали интервью, девочки. Мне уже дали интервью на камеру. Потому что мы не знали, кто вы такой вообще. Вы не знали. А при чем тут я? Мы никого здесь не обелечиваем. Я провел съемочку, то, что вы брали денежку и выдавали билетик. А, то, что мы брали денежку? Конечно, конечно. А раз брали денежку, если вы видели? Я не видели, съемочка произошла. Ну хорошо. Поверьте мне, на каком основании вы это делаете? Мы денежек не брали. Кто вам дал, да кто вам дал указание? Возле рынка мы денежки не берем. Кто? В отведенных местах мы берем. В отведенных? Да. Возле рынка вы не берете, да? Нет, не берем. Вот в данный момент, вот здесь вот возле рынка нет. Вы не берете деньги, да? Нет. Хорошо, мы посмотрим. Прокуратура разберется. Хорошо. На каком основании? Кто вам дал указание? Мэр? В отведенных местах. Кому вы подчиняетесь? Коммунальнику? Послушайте, мы... Коммунальнику? Да. Мы берем денежки только в отведенных местах. Кассовый аппарат должен быть? У нас кассовый. Есть. Подождите, есть, вы требуете есть, с народа, есть. Чтобы они шли по закону, а сами делаете все беззаконно. Мы понимаете, делаем все по закону. Вы делаете по закону? Хорошо, прокуратура разберется. Хорошо. Спасибо большое. У нас есть разрешение. Есть разрешение? А кто вам выдал разрешение? Городской совет. А ну покажите. У нас мне, в отведенных местах. Возле в отведенных? Возле банка Украина. Да? А что вы здесь обеличиваете людей? Мы здесь не обеличиваем никого. Покажите, пожалуйста. Никого не обеличиваем. Какие корешочки вы выдаете? Корешочки мы вам покажем. Корешочки показывать не будем, а решение покажем. Прокуратуре будем показывать. Конечно, конечно, конечно. У меня я там оставлю. Кто хитрак пишет? Да, вы же понимаете, что нужно для того, чтобы обелечить человека, надо кассовый аппарат. А вы выписываете корешочки, денежки куда деваются, объясните мне, которые вы берете с людей. Мужчина, мы будем объяснять прокуратуру. Вы, мужчина, а подождите, а вы же мне не объясните? Нет. Я не имею таких полномочий, да? Вы считаете, что я не имею таких полномочий? Чтобы вы объяснились. Нет. Так получается, что вы кражей занимаетесь. Вы людей просто облапошиваете, понимаете? Хорошо, что? Вы же понимаете, что вы не по закону поступаете. Мы в данный момент. Мы как раз поступаем по закону. Вы поступаете по да. закону? Мы сдаем каждый день деньги да? в свою кассу. А где учет этих денег? Кто ведет учет этих денег? У нас бухгалтерия. Бухгалтерия, да? Да. Хорошо. Пожалуйста, если есть вопросы, бухгалтерию без у нас. Проблем, без мы проблем. Мы вам покажем, там выписываем какие документы, как да. они сдаются, как они через мы вас услышали. Раз. Хорошо, хорошо. Вот. Кассовый аппарат должен у вас быть на руках, прежде чем выдать билет и чек. Обязаны выдать. Да, все, вопросов нет.